Мое любимое место в Белгороде – это набережная Веселки. После того, как ее облагородили, она стала центром притяжения для молодежи, в том числе и для меня. Днем здесь можно подумать, посидеть о чем-то своем, или послушать просто природу, или посмотреть телевизор, потому что днем здесь не так много людей. Вечером особенно классно мне идти домой, потому что, когда я прохожу мимо, куча уличных музыкантов играют свои песни, можно подсесть, спеть с ними какую-то известную песню. По выходным я прихожу сюда на Веселку Лайв, если это летом, здесь уже выступают более современные музыканты. Ну и магазинов здесь много, можно покушать.